Всем трема доброго времени суток, это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Оф, да уж, куда же без пятилушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate 3. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Вячеславу Сиэч, он знает за что, ссылка на донаты в описании под видео. Еще один теплый респект Сварту, он также знает за что. Так, тут я думаю... Незадолго до этого видео, где-то после, был перерыв, но ничего страшного, бывает. Так, ну что, продолжаем. Нам, собственно говоря, нужно сейчас... Что делать? Сейчас нужно все тут почистить, весь первый этаж, да? Все тут пособирать, все тут выгрести. Мистический падальщик. Ну да ладно, это пусть тут полежит. Разговор с мертвыми нам не нужен. Два кольчужных доспеха. Интересно. Зачем нам два кольчужных доспеха? Ладно, утащили. Можно Shadowheart, но я сомневаюсь, что она больше сейчас одного возьмет. Так что смысла особого нет, все равно тут туда-сюда бегать придется. Так, давайте смотреть, что тут у нас. Чего тут у нас? Этих двоих выгрузили. Да, получается, с ним можно было не выстраивать отношения, в принципе. Немножко жаль. Ну да ладно. Ой, будь здоров, спасибо. Хотя, прогружайся, заколебал. Дверь, я знаю, что ты здесь. Да блин, заколебешь. Перегруз. I wonder what the next move is. What do we have here? Ну что, сможет? О. А ты двоих сможешь взять? Да. Тогда пошли. Ну, утаскивать по два за раз или по четыре за раз, это все-таки, извините. Это все-таки немножко разные заразы. Так. Это сюда. Главное трубки утащить. Это самый основной геморрой. А дальше будем потихоньку разносить в клочья всю эту территорию. Так. Кто у нас тут еще? А, ну да, правильно. Ты же еще не загрузилась, да? Так. Еще один. И останется буквально еще один наверху, да? Лестница валяющийся. Текс. И потом будем... А, нет, еще надо посмотреть, что там за...
посох такой интересный. Так, эти все здесь. Или сразу с тем... А, это ладно. Чё сразу? Не надо сразу. Не надо сразу. Не надо. Так. Вопрос. Смогу ли я спокойно тут все... Трактат. Мы читали. Тоже читали. Давайте-ка F5 на всякий случай. Все-таки уже какое-то время играем, не хотелось бы перезапускаться. Скажем так, отреагируют ребята снаружи на то, что происходит внутри. А то опять сейчас понабежит, блин, всяких моралфагов. Ой, что вы тут делаете? Начнут пытаться нотации читать. А чай это ведь жрачка, по-моему, да? Да. Это что такое, жлень мертвецов? Да, нет, тоже в лагерь. Столик. Нет, это элементаль огня. Так, это у нас чуть читали, вроде бы. Скорее всего, читали. Да, скорее всего, все уже читали. А, да-да-да, читали. Это, хотя... Пусть лежит на всякий случай. Иногда бывают ситуации, которые, правда, проще переиграть. Эй, ну что ты? Ты куда? Еще раз, что? Взгляд, что? Кризисе рождения балла. Знаком, помню то, что читал. О, ну это без вариантов берем. И эта штука прям полезная. Куда? Куда? Вот она. Еще, оказывается, целая куча. Так, это надо будет разбомбить все. Значит, можно, да? Интересно. Зачем же он в лагерь-то? Куда, говорит, нам двигаться дальше? Хороший вопрос. Это кровь или не кровь? Нет, это не кровь. Ну, то есть, по крайней мере, оно не определяется как кровь.
вдребезги. Так, полочка. Так, а вот это идентифицируется как кровь. Это забрать. Это украсть. Это есть. Это тоже украсть. Нафига ему лупа. Так, что, первый этаж разбудили? Вроде бы да. Так, первый этаж. По факту все, да? Надо бы как-нибудь эти грозные очи попробовать все-таки на ком-то. Так, здесь вроде бы все, да? Так, Астрион, давай, сейчас надо будет. Твоя очередь. Хорошо, что они не реагируют. Все-таки очень странно, когда, ну, какие-то действия, которые происходят в закрытом помещении, агрят тех, кто... Ну, агрят вообще посторонних, я имею в виду. То есть даже не тех, кто хотя бы, например, как-то привязан к этому помещению. Нет. А, одно кресло пропустил. Ужас. Свечка. Так, это тоже сломать. И это. Этот сундук я, видимо, уже ломал, да? Так. Текс, а теперь кровь. Кровь, которая именно кровь. Это тоже. Ну, давай. На что? Что мы тут появились? Что там было? Чё, алло, мы же на что-то наводились. Ну, что-то снаружи. Хм, непонятно. Ну ладно. С этим вроде как разобрались. Да. Все наверх, ребята. Все наверх, все наверх. Давайте, давайте. Кто там тормозит? Астрион? Твоя задача сейчас будет это все. Я не могу это атаковать. Серьезно? Да. Хм. Забавно. Что я не могу это унести. Хм. Ну ладно. Нет, так нет. Так, а чё? А тут? И тут ничего. Так,
И кружка, да? Зимородий. Так, сюда забери эту хамату. Ничего нет. Все вроде. Черт его знает, вроде бы, да. Ладно. Уносим. Больше трупов. Это что, духа, надо перекрасить сейчас. Шлем ей. В другой цвет. Шедоу. Харда-то. А дай мы тебя в какой-нибудь прикольный цвет покрасим. Как ты на это смотришь? Зеленое, лазурное. Черное, летне-зеленое. Бордовое. Бордовое это что? Черная, лазурная, темно-сиреневая, темно-аметистовая, сиреневая. О, а, воробьи. Да-да-да, так, синяя, синяя, светло-синяя, светло-синяя, розовая, розовая, пурпурная, оранжевая, океанская, морская, зеленая, красная, морская, зеленая, лавандовая, кроваво-сливовая. Желтая и зеленая. Голубая с золотом. Да что тут? Кстати. Да, мне нравится. Почему я повторно обеспользовать нельзя, я не понимаю. У меня, по-моему, в нечто подобное был этот окрашен. Наш лентейчик. Угу. Вот. Пусть будет так. А, у нас много. Ой, как хорошо. Ну, вообще-то замечательно. Всё, на выход. Теперь разносим второй этаж в клочья. Подвал, по-моему, разнесли уже, да? Я не уверен. Так, сейчас нам надо что? Ну что ж, обыскать все. Что нам еще может быть? Спасибо. Так, открытый гроб. Светильник. Ты где? Не хочешь его откавать? Это печально. Так, пожалуйста, пойми. А, это мы читали. Это в клочья. Влад, читали. Неразборчивый дневник. Мушариба, ни одной живой души. Только странный шум доносился со всех сторон. Сон бежит. Нас и грязь на наших сапогах спеклась толстую корку. Надеюсь, мы найдем что-то там. Утром опять выпали волосы. Я знал, что возвращение будет дорого стоить. Но не ждал такого чудовищного. Я слышал его смеха. Стоны амуанцев тянутся, как бесконечные песни. К чему нам такие мучения? Он говорит, сквозь стены, потолок, пол. Неужели он есть склеп? Неужели он на последней странице, на которой еще можно разобрать какие-то слова, грубо нацарапанное углем лицо бородатого дьявола? Интересно.
Чудеса Фондалина. Или Фондалина. Тащи расположенный, поделил. Чё-то знаку... Все блистательный 950 год, вряд ли где сыщется город более процветающий и благоприятно расположенный, чем Фондалин. Или Фондалин. Фан-дель-верский договор поделил сокровища пещеры Эхо поровну между гномами и дварфами, чем обогатил всех жителей этих земель. В самом нашем городе теперь успешно уживаются оба этих народа. Нам даже удалось сманить сюда чаротворцев людей из окрестных земель, которые с готовностью согласились трудиться бок о бок с участниками договора. Мэр Алдерлиф приглашает вас посетить наш город и убедиться в этом собственными глазами. Подивитесь на силу кузничар и на богатство, которое приносит нам ее продукция. Уверен, не пройдет нескольких лет, как Жемчужный Север станет считаться уже не Невервинтер, а именно наш город. Ну да, ну да. Вряд ли, приятель. У Невервинтера слишком хорошая закалка, чего не дотянуться. В смысле не дотянуть? С ума сошло, что ли? Лагерь. Атакуй тогда. А вас не дотянуться. Не зало, зало, зало. Еще одна забагованная. Добрым жителям Фаеруна. Так. Позвольте, королевский хаос. Ага, ну понятно, это мы читали. Так, зло, зло, зло. Какой папаша, да, это мы читали тоже. А это мы? Ну. Так, золото. Золото. Тенар? Что? Какой тенар? Где тенар? Что за... Я не совсем понял, что произошло. Что-то опять глюкануло слегка. Ну ладно. Не критично, как говорится. Неприятно, но не критично. Так. Так, деревянный гро. Это все в дребезге. Так, здесь что? Так, теперь у нас осталось еще вот это место, да? Скрытое за дурацкой черепицей, которая мешает ей возможными и некоторыми невозможными способами. Действительно, что это здесь воняет так? Откуда только такой сзади? Он только стук трупов нашел, блин. Понятно. О, еще один трупешник валяется. Но внизу мы были, да? Да, внизу мы были. Там мы внизу все разнесли. Да. Там мы внизу все разнесли. Так, теперь что? Смотри, он давай разломай то, что Карлах отказался сломать.
и пойдем этажом выше. Все. Ну, там внизу пара осталась этих. Так, Тенара-то, скорее всего, этажом выше он лежит. Поэтому я до него дотянуться не могу. Тигру и туман. Пошли посмотрим. Ага. Так, на всякий случай F5. F5, алло. Наверх, говорит, лучше не подниматься. Ну-ну. Это кровь. А, еще вот откуда еще можно было зайти. Ну да, с крыши, собственно говоря. Ну, в общем-то, что с крыши можно зайти, это... Это, в общем-то, было ожидаемо. Ладно, Карлах, вперед. Так, это все забираем. Обугленный труп. Понятно. Можно только открыть. Вот тоже, да? Смысл в этих трупаках, если с ними ничего делать нельзя. Подвеска. Мастерство ювелира. Товары. Сумка. В лагерь. Сюда. Тоже в лагерь. И это в лагерь. Угу. Так, продолжим. Лежанка. Лежанка. Внутренности. Пустые. Ни хрена нету. Так, тут что? Гроб, висящий в воздухе. Так. Сюда. Открытый гроб. Внутренности пустые. Карминовая маска. Труп. Скелет. Так. Кинжал в руки. Ошметки в товары, ногу в товары. Стоп, дрезги. Это украсть, чтобы не мешалось. Так, а что там за карминовая маска? Испытание, ловкость. Красная, как кровь гладиатора. Хм. Пусть в лагере лежит. Ну, а что, что-то оригинальное. Не то чтобы прям нужное, но, по крайней мере, хоть как-то выделяющееся на общем фоне. Так, что у нас тут еще есть? Ой, а, это тупик. А, где? А, вот там комната. Не туда смотрю, кажется. Сюда никто не реагирует. Я сейчас бы отсюда кто-нибудь... Ай, Карлах, что ты делаешь?
мы с вами ползали, да? Да. Да, тут мы с вами ползали. Давай, давай, заходи. My faith protects me. Текс, здесь крышку в дребезги. Это туда же. Это туда же. И это туда же. И тут. Feel that? Necromantic energy coming out of this one. Да. Прям таки едет. Карлах, внимание. Alright, what now? Ну-ка, иди сюда. Какая-то некромантическая энергия. Интересно, какая? F5. Может, был шанс вернуть всех засранцев в нормальное состояние? Может быть, может быть. Ну, что поделать. Не вернули. Спасибо. Записка Трамбо. Так. Ты. Сюда. Ты. Сюда. Ты. Сегодняшнее издевательство стало последней каплей, мы уходим. Падальщик, конечно, силен, но его хватка не бесконечна. Соберите все деньги, которые сможете наскрести, отдайте мне. Я куплю маленькую лодку, и мы поплывем к свободе. Разбегитесь, спрячьтесь до завтрашнего вечера, и тогда встретимся в обычном месте на берегу. И ради маски не позволяйте падальщику увидеть эту записку. Можете ее проглотить. Так, посох изнеженной некромантии. Так, у существ есть помеха при испытаниях против ваших некроманских заклинаний. Когда владелец убивает враждебное существо заклинанием, он с жадностью поглощает ее энергию и получает жизненную силу для своего следующего отдыха. Интересно. Существо, его можно применить? Так у меня нет заклинаний некромантии. Увы. Ну, то есть есть, конечно, вот этот вот. Но, к сожалению... Увы и ах. 4.14. А посох-то мощный, зараза. Ну, ой. К сожалению. Я не некромант. Ля-л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 я. Бамс. Да, есть такое. Так, написание экзорцизмов. Ага, серия упражнений в чистописании описанных Трамбой, адресованных моим братьям. Под упражнениями несколько неловких попыток написать буквы алфавита, ни одна из которых не увенчалась успехом. Да, нехорошо реально получилось. Так, сюда. В лагерь. Это в лагерь, да, это все в лагерь, я думаю. Да. С Трамбо, в общем, получилась полная шляпа. Ну, упс. И ничего, тут они попи и шиш. Стоп, так а где же этот Тенар? Тенар пусто. Тенар, ты где? Почему я тебя как бы вижу?
А, так вот же он. Хе! Вот террас. Забыл ты нору убрать. А я думал, он где-то там, этажом выше. В межперекрытии... Блин, в общем, вы поняли. Ну ладно. В итоге перебили всех. И плохих, и хороших. Всю нечисть. Еще бы дом спалить, но тут такой функции нет, к сожалению. Хотя мы видели, как местные домики погореть могут. Это да. Это они могут очень хорошо делать. Пожалуй, думаю, с этим мы разобрались. Поговорить с этими двумя. Давай. Даже не парится, кулак вообще насрать, что у нас тут творится. Да. Кулак Джимми Борлес. Да-да-да. Они разберутся, это точно. Так, что у нас выходит? У нас выходит, что теперь следующее место назначения это, видимо, ну да, Ларакин и так далее. Ну да. По сути, нам теперь сюда. Торговец. Ой, кошак. Барсик. Привет, Барсик. Барсик, стой. Пошли ко мне. Пошли ко мне в лагерь. У меня там слишком мало барсиков. Ты будешь первым. Барсик первый. Мрачный фентансон. Что такое мрачный-то? Ну, это всякий мусор. Барсик. Барсик, иди сюда. Остановись, искатель. Ты пришел, чтобы принести клятву верности Шарес и заверить ей ее моей лапой. Шарес? Как в ласке Шарес? И да, и нет. Вы двое давно сбились с истинного пути почитания ее блаженного котейшества, придерживаясь лишь самых базовых догмов. Итак, откликнешься ли ты на зов нашей матери, поддержишь ли ее в миг, когда она сдает поганый абсолют всей своей божественной лапой? Ничего себе. Годи. Так, стоять. Это сложный выбор, слушай. Поклоняться кошачьему богу, это я даже не знаю. А лоток тоже надо будет за ней убирать? А чесать там за ушком и все такое прочее. Да, я клянусь верности Шарс. Ничего бы нет. Да, вместе мы будем нести ее слово везде, где ступает ее лапа. Я буду воспевать ее имя на улицах, а ты принесешь свет и молитв тем, кого угораздило родиться с двумя ногами вместо четырех. Слава Шарес. Прикольно. Саламандра. Ничего себе, они тут расколдовались. Газетчик Джейсон. Ой, кошка. Кошку я умею призывать. Тоже не великая проблема.
То есть, в принципе, если отличить вот этого козла, то эту мадам можно будет фить с хлопушка. Погоди, мы что-то сталкиваемся уже с хлопушкой. Или это была другая хлопушка? Карлак Клиффгейт, не может быть, неужели ты? Фитц, вот так встреча. Где ты делала жители пропадала, красотка? В последний раз, когда я про тебя слышал, говорили, ты в Neverwinter скакала. А было это, дай подумать, лет 10 назад? Neverwinter? Кто это тебе сказал? Гортаж? Говорил, ты его даже не предупредила? Ха, долбанный урод. Ну ладно, хрен с ним. Да лучше о тебе. Сразу видно, у тебя дела как надо. Врать не буду, так и есть. Дать им поговорить. Ну давай, расскажи мне все. Ты последние новости, ты знаешь вообще про эрцгерцога Горташа? По-моему, пока ты здесь была, у него остатки честности еще сохранялись. А как-то пропало, все покатилось в задницу, еле успела выскочить, не измазавшись. Начала оружием торговать и до сих пор, как видишь, промышляю. За этим делом познакомилась со своим Грегором. А теперь мы уже 8-й год вместе. И знаешь что, Карлах, у нас сейчас малыш на подходе. Фитц, вот это да, поздравляю. Мамашей, значит, будешь. И самое лучшее, я тебя знаю. О, боги, надеюсь. Знаешь, хоть мы с ним уже давно вместе, все равно кажется, будто время летит слишком быстро. Раз ты снова в городе, обязательно к нам в гости заходи. Вместе приходите. Поужинаем, как следует поболтаем. С Грегором познакомишься через несколько месяцев и с малышом. А вы двое вместе? Ага, красавчик, правда? Точно, сладкая парочка, вам сразу видно. Кстати, приятно познакомиться. Слов нет, как я рад тебя видеть, Фитц. Я бы с радостью поужинал вместе с тобой, Грегором. Мы тут в городе по важному делу, но может увидимся, когда мы с ним разделаемся. Конечно, я за. Кстати, если ты переезжими делами занимаешься, у меня в лавочке может что-то полезное для тебя найти. А, да, блин, что тут? Муха какая-то, что ли, летает. Ага, так, цепь эпох. В зависимости от того, какой урон наносит это оружие, оно также накладывает состояние кислота, охлаждения или горения. Так, а можно... Ну, так, конечно, получше, но все равно херня. Но это одна ручка, да? А ты? 12-19, да? Стихийная эпоха. Что за стихийная эпоха? Долгий отдых. Дать цепь стихийной эпохи бонус плюс один к броскам атаки, дополнительный урон кислотой, холодом, огнем при ударах, в зависимости от выбранной эпохи. Можно убирать, снова брать руки, однако должен остаться при вас. Долгий отдых. Ну, такое. Так, что-то у тебя еще есть. Так. О, еще какой-то лук. Меткий выстрел. Спрятать, чтобы не... Так, это двуручка? Да, это двуручка. Это не тебе. Да и тебе тоже не надо. Да и тебе, по большому счету, да? Меткий выстрел. У него лучше, у него устойчивость. Огнем, холодом. Ну, главное, холодом в основном. Ускорение, опять же. Так, значение, которое необходимо выбросить спрятать, чтобы нести критический удар, уменьшается на один. Этот эффект может... Владелец удваивает свой бонус умения при бросках дистанционных атак. С этим оружием... Еще раз. Удваивает свой бонус умения при бросках А это, наверное, для какого-нибудь убийцы хорошо бы зашло, да? Как интересно. Ой, я забыл, что у него это огнестрел. Ну, остальное все, в принципе, такое. Ну, ладно, это пока нам не интересно. Да, я ее ограблю. Ну, не я. Старион, да, и сундук тоже надо будет скрыть. В общем, да, тут надо будет немножко задержаться. Это в смысле? Мы же разговаривали уже только что. Ты че?
Надеюсь, это правда, и мы все-таки сможем встретиться с Фитц, когда все это закончится. Первое – спасти город, второе – спастись самой, напоследок поужинать со старой доброй подругой. Чего еще можно желать? Ну да, действительно. Так, с этим разобрались. Так, а ты, приятель, у нас кто? Мрачный Фен Тан Сон. Ты что такой мрачный-то? Тебе нужна защита, уважаемая? Хотя что я говорю? Всем нужна защита. Да-да, не стесняйся, доспех не сможет сохранить себе жизнь, если у меня тут останется. А, логично, ну да. Я думал, что-то умное загнет. Ууу, ничего себе. Броня ловкости. И впрямь... Эй, куда? В смысле, что случилось? Ты че? Easier to don some armor. Я же ничего не нажимал. Краска. If you can manage the extra weight. Персиковый, абрикосовый щит. Ну тут, я так понимаю, все остальные это все, что уже мы видели. А вот это что-то интересное. Слушай, Астрион, а ты ж таким не умеешь пользоваться, да? Да. Испытание. Ну это интересно на самом деле. Суполный модификатор ловкости классу брони. Это броня. Но это вряд ли ему, это кому-то другому. Тоже как бы через ловкость наш. Ну интересно, да. Интересно. Так. Все тебе честно. Я когда спать ложусь в кольчугу надеваю, столько историй наслушался, что искать не хочу. Так. Так. Этого ограбить несложно, да? А вот с ней по проблем не, потому что ее кто-то палит. Причем палит постоянно, блин. Ее палит вот этот засранец. Его отвлечь иллюзии. Вот сюда куда-нибудь ее поставить, я думаю, будет норм. Ух ты. Кланк. Голем, что ли? А, доспех оживлен. Кланк. Ну да. А это кто? Ар-1. Ролан? Здрасте, приплыли. А ты что тут делаешь? Большой кланк. Ну, ух ты. Лавовый элементарь. Слушай, я такого не вызывал еще. Драться вроде с чем-то подобным приходилось. Я вот тут называть. Ладно. Тогда сделаем следующим образом. Сейчас я разгребусь с этими двумя торговцами полностью, завоюю их доверие, продам все товары, вот это вот все, в общем. Ну, заберу все, что мне нужно, и в следующий раз... О. Вот это вот все надо будет отсюда умыкивать, наверное, как-то. Хотя это не обязательно, в принципе. Ой. Да. Ладно, в общем, на этой распланированной ноте, вроде бы распланированной, всем огромное спасибо за просмотр. Кстати, Гейл, не забыть в следующий раз. Так вот, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Дискорд, на донаты, на группу ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу. Девушек, чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. Baldur's Gate 3 на 98% безоговорочная форева. Как-то так.